відкрити свої вуста правителя і ізраніч слово мудре. Тобі слово, княже! Добрий день всіх з праздником! Давайте вспомнимо нашого Володимира і іменно йому поаплодируємо. Сегодня жаркий летний день. Простите меня, но я все-таки, несмотря на жару, немножко отвлеку ваше внимание, буквально несколько минут, потому что это не помнить нельзя, потому что мы Украина, у нас есть наш корень. Наш корень уходит глубоко в степи Херсона, центральной части Украины, Киевщина. И, в общем-то, как говорят историки, именно с Киева начинается государство, которое называется Русью, мы ее называем еще и Киевской Русью. Ну, а современные наследники этого государства – наше современное государство Украина. Это нужно знать, и для того, чтобы понять современный ствол нашего дерева, наши листики, мы должны опуститься глубоко корнями в то далекое прошлое, которое называется эпоха Средневековья, эпоха зарождения государства Киевская Русь. Когда-то давным-давно, давайте вспомним, легенду: Киев, Хариф и Либедь приплыли на берега Днепра и сказали быть здесь городу Киеву. Шло время, и на месте, где основал Киев город, вырос уже большой стольный град Киев, который объединил вокруг себя государство территории больше в три раза, чем современная Украина. И в то время, вы сейчас видите за моей спиной деревянные оборонительные стены, Михайловские ворота, именно так выглядел город. Внутри этого города количество населения было 2000 человек, и этого населения было достаточно для того, чтобы управлять таким большим государством. Но сегодня мы с вами празднуем, дай вам краткий экскурс, а теперь в те далекие времена, тысячу лет назад, у князя Владимира возникла проблема объединения государства. Вокруг него находились враждующие племена, в том числе находилась Великая Византийская империя, которая также не была всегда дружественной к нашему государству. И, в общем-то, князю Владимиру нужно было принимать решение, куда ему идти. Был мусульманский мир, был иудейский мир. На нашей земле была языческая, это христианская эпоха, это много позже. Поклонялись Богу Перуну, поклонялись Велесу. В общем-то, многорелигиозность того мира была очень разнообразна, и князю Владимиру нужно было все-таки сказать самому себе, куда он ведет наше государство. И вот в 988 году он делает эпохальный выбор, именно эпохальный для нас с вами, потому что он таким образом предопределил путь, по которому пойдет государство Киевская Русь и в последующем наша современная Украина. Он принял государство, принял государственные религии, религию христианства, религию православия. Фактически этим шагом он сделал что? Он объединил себя с центральной, северной, южной Европой и объединил их с нами. Фактически с того времени можно сказать, что наше государство стало одним из центровых государств прошлой Европы, настоящей Европы и будущей Европы. Как бы кто ни хотел нас отрывать от истории европейских народов, мы с вами являемся основоположниками этого народа. Государство современной Украины является эпохальным государством, которое, можно сказать, внесло громаднейший вклад в эпоху становления человечества в современном виде, в котором мы его сейчас видим. Поэтому европейцы, хотят они или не хотят, должны считаться с тем, что мы являемся тоже Европой. Ну а мы должны просто знать, что нам не надо броситься в Европу, а мы и есть с вами Европа. Так заложил наш великий князь Владимир, так заложила княгиня Ольга, наша с вами прапрабабушка, и такую политику стал проводить Ярослав Мудрый и последующие князья. Вот именно эти дни мы сегодня с вами празднуем. Именно это мы должны помнить, что в 988 году князь Владимир принял эпохальное решение, и наше государство стало в основе христианским. Причем могу сказать, что в том числе мы очень толерантны по отношению ко всем другим религиям. Но в основе, как я сказал, мы являемся христианским государством, православным. Поэтому слава великому князю Владимиру, слава великой княгине Ольге, слава Ярославу Мудрому, слава великому государству Киевская Русь и слава Украине! Слава Украине! Ой.
и получайте удовольствие. Сегодня весь день вы будете наблюдать всевозможные театрализованные действия, которые погрузят вас в ту далекую атмосферу средневековой Киевской Руси, и вы почувствуете тот накал страстей, который был в то время, и что все-таки думал, о чем мечтал князь Владимир, принимая государственные религии и христианство. Спасибо еще раз вам. Находитесь с нами весь день. Мы сегодня для вас будем работать до 12 ночи. Все время будет меняться картинка, которую вы будете видеть. Ходите по всей нашей территории, потому что в разных частях этого древнего города будут происходить различные события. Спасибо еще раз вам. Един князь, едина держава, едина вера. Шановне товариство, звучить державний гімн України.